продолжаем движение. Вот так вот только сказал. Продолжаем движение в сторону Москвы. Ну, на данный момент в сторону Казани. Трасса М7. Погода пасмурная. Водяная морось. Ночь прошла нормально, тихо, спокойно. Готовят хорошо. Санузле только холодная вода. Больше ничего нет. Даже полотенце с сушилками работает. В отель не заходил. Не было необходимости. Начинается, блин, ползет. Продолжаем движение. Вот так вот только сказал. Продолжаем движение в сторону Москвы. Ну, на данный момент в сторону Казани. Трасса М7. Погода пасмурная. Водяная морось. Ночь прошла нормально, тихо, спокойно. Готовят хорошо. Санузле только холодная вода. Больше ничего нет. Даже полотенце с сушилками работает. В отель не заходил. Не было необходимости. Начинается, блин, ползет. По-моему, там кто-то специально движется еле-еле. Тихоход. Может быть. Не уверен. Провоцирует на обгон. Время 6 часов 3 минуты.
бензин в Татарстане дорогой. Дорогой, дороже, чем... Не, Новосибирске, Волжске. Относительно дешевый. Но здесь дорогой. Это на рубль, на полтора тут дороже. Дорога проходит одновременно, то по равнинной части, то по холмистой. Снег лежит. Вроде бы начинает. Конечно, в Башкирии уже все поля. И снега практически. Вот наблюдаем картинку иного рода. Полотно дороги. Хорошая. Ну, ведется строительство дороги. Широкой. Несколькими полосами движения. Вернусь к стоянке. Стоянка платная. Дорого. Но заасфальтированная. Видно водоотвод. Делом, то есть, я думаю, в любое время при дожде и без дождя там без луж. Потому что заметил, есть дренаж на площадке, на стоянке. Достаточно много большегрузов останавливается. Обратил внимание. Ну, кормят. Более-менее нормально, хорошо. Может быть, дороговато несколько.
когда уже приспичит, то останавливаться, конечно, можно. Специально, например, ставить целью переночевать, я бы не стал. Потому что есть места получше. Я говорю, чисто внешняя такая оценка от капитального здания, от площадки. Карточкой расплатиться не удалось, карточку не принимают. Получилось как в анекдоте.
в этой группе, а то, что бутерброд падает с маслом, нет, вот это самый подходящий момент. Навигатор сказал, просто тупо по белому полю дисплея полоса черная и движущийся треугольник. Ну да, что? Напоминаю опять рекламу этого интернета. 3 гигабайта это много. Ну нахрен много. По интернету нигде не лазил. Просто... Вы в канале, американцы? Просто навигация. Да, в канале. То есть в Арктире вот дороги закрыты, сколько там на ось? Да везде по-разному, там, блядь, аж до 3 тонн, блядь, на трехосу, блядь, доходит. Понятно. А ты вот там вот сухи, да? Нет, это вас. А, понял. Позавчера, когда я попытался выбрать в отель, проехать по Яндексу, как бы в отеле, подтащил когда в сторону от трассы. Я махнул рукой везде. Такая полезная функция, как в аварии ДТП на дороге. Но вчера, проезжая через Уральский перевал, там вы, наверное, увидели на видео, фура летела в обрыв. Ну, не смог поставить вес, потому что не было интернета. Карта Башкортостана висит примерно
Регистратора хорошая, обещает 12 мегапиксельную видеокамеру,
наверное, где-нибудь остановлюсь и сделаю ролик короткий. Сравнить с Артемом. На этом видеорегистраторе Lotus есть функция переворачивания картинки. Мне приходилось снимать вверх ногами, но по-другому никак не удавалось закрепить видеорегистратор в поезде или в автомобиле. И при просмотре картинка получалась вверх ногами. Здесь есть такая функция переворота картинки. То есть не нужно будет обрабатывать видеоредактором. Думаю, будет поездка, если в поезде, то этой функцией воспользуюсь. Стоит он недешево, 4500. Но то, что камера меня подкупила, это да. Сейчас нахуя, Федор. 12-мегапиксельная камера за эти деньги, она того стоит. Видеорегистратор долго лежал и подостал, мне так и сказал. Никто не берет, стоит дорого. Тот же самый каркан, тот, но они стоят в 2 раза дешевле. Поставлю этот видеорегистратор на заднее стекло. Расход бензина вчера за день составил 4,7 литра. 6,29 дальнобойщик метнул фарами. Возможно, жандарм стоит на трассе. Thank you.
рекламу они дают, но слишком много говорят, слишком долго. Назвал километр, назвал направление и название мотеля. Все, ничего больше не надо. Столовая, уютное кафе, ля-ля на поля. Коротко. 500-й километр мотель Заря, условно. Все. Или одним словом, мотель 500-й километр, весь спектр услуг. 5 секунд, больше не надо. Расписывать, какие они хорошие, какие они выгодные. Реклама и так задолбала, когда не сунься. Уже на 15 канале, блин. Ну ладно, тут еще более-менее такая нужная информация. Чем он больше трындит о своем в отеле, о своей стоянке, тем меньше запоминается. Коротко, 5 секунд, все. Посадят девушку. Строительство дороги. Когда ее построят? Вот дай бог, дорога будет, конечно, широкая, многополосная. Заправки будут, заправки, стоянки, гостиницы, мотели, ну и так далее. Делают капитально основание, подошву дороги. Но движение достаточно интенсивное. Фрагмент. И участок трассы М7 от набережных Челнов до Казани. Я, например, пользуюсь системой брайдинга, то, что Юрий говорит. Но у меня,
два раза платите, да, около 800 рублей, за скорость скоро будет 100. Да. Да. Чтобы пройти платье там время. Ты купил билет, вот ты его пробил, пошло время. Не важно, сколько это сделал ты пересадок. Не важно, на сколько транспорт, да, ты проехал. Ты должен, например, сесть на автобус, доехать до метро, пересесть до метро, проехать до метро, выйти из метро, сесть на автобус и доехать до вот этого пройти другой, потратить, например, час и купить часовой билет. И все, тебе не надо несколько раз платить, да? То есть ты можешь купить билет на 7 дней, там или еще как-то, ты платишь на время передвижения. И в Праге не так много машин, а людей, которые ездят на транспорте, огромное количество транспорта. Давайте немножко прочитаем комментарии наших слушателей. Сегодня автомобиль экономит время, но требует больше денег на его содержание. Поэтому все больше людей задумываются, а стоит ли ради автомобиля убивать время, которое ты можешь потратить на детей, но не кидая их в разные кружки, а именно самим развивать свое чадо. А еще. Слушайте, а вот экономить время, чем экономить время? Понятно, в чем экономия времени. То есть вы должны раз в два года менять колеса. Вы должны постоянно заезжать, заправлять автомобиль. Вы на этой пробке кипятить, да, тратить свою энергию, а свою нет. Потому что просто приятнее все-таки стоять в автомобиле, нежели в автобусе. Приятнее трамвай проехать мимо пробки и все. Если трамваи не встали, но проблема в том, что трамваи тоже очень часто не ходят. А потому что у нас не развита инфраструктура для пешеходов. Вот мы опять упираемся в эту фразу. А машина, если не пользуется, работает, ешь на автобус. Автомобили необходимы те люди, которые могут понять ее по поставить момент. Я экономлю время для того, чтобы это время пустить в зарабатывание денег, правильно? Следовательно, автомобиль будет в сравнении тех тезов, где я хочу на автомобиле, и тут я зарабатываю. Естественно же, то, что вы зарабатываете, преувеличивает тут те, что вы тратите на автомобиль. То есть, если вам нужен автомобиль. Так же получается, вот я на автомобиле, когда еду в Пешке, когда приходил, располагаю все свои точки, куда мне нужно ездить по станции метро. Это постоянно так, потому что, естественно, самая большая затруднительная ситуация, я встречал, когда я доезжал до конечной станции метро в Александровском районе, а мне нужно было еще для автосервиса в Белоруссию доехать на автобус. Ребята, и это я вспомнил, так что это 7 лет. И это, да, начало я на автобусе, машина мне необходима, никаких проблем с парковкой. Страховка 4000 рублей. Если вы жил в городе, ездите на велике с удовольствием. Вот команда поразит. Я проводил эксперимент. Я 2 недели ездил на велике. Первое, очень страшно. Ну, по крайней мере, мне скажи, тоже мне было честно, очень страшно. Второе, да, подлево. Кажется, когда вы себе день работать, а ты приезжаешь вместе с мокшей. Да, и как-то нужно же еще с коллегам это объяснить, чтобы они поняли, а ты сидишь с ними, там тоже остался. Хочешь потерять друзей, сядь на велик? Нет, ты бегаешь, он на физкультуре выходишь, ты одеваешь так белую рубашку, на мокрое твое тело, и не идешь, иди там. Тебе и зал. Я не смотрел, мне не зал. Может, вот. А когда вы через несколько минут пишите, зачем же так нужна вам машина, может быть, это пора от нее отказаться, и что для этого нужно. 8-9-3-7-5-2-3-2-3-2-3, на версия ваших смс-ов и ватсапа, 5-5-4-4-9-59, прямой эфир. Постинформация о дорогах. Официальный дилер Ford Alarm Motors. Только в апреле автомобиль Ford 16-го года по ценам 15-го. Подробности по телефону 221-0000. ООО «Аларм» могу сказать. Они
Напомним, что спонсор информации о дорогах официальный дилер Форд Аларм Мотор ЧСО 54 АОО Аларм Ковер Сабай. Реклама, ё-моё. Неудобен для перемещения. Абсолютно.
сказали, у нас умеют жестко пресекать, не предоставлять альтернативы. Перехватывающих парковок возле метро нет, а их куда больше освободило бы центр от автомобилей. Казань даже на общественном транспорте не готова принять людей. А еще построили слова критерия бюджетников. А транспортных решений никакого. Автобусы переполнены в час пик. В местах рабочих мест пока нет. Поэтому даже бюджетникам приходится пересаживаться на автобус. Это вопрос о том, что ты можешь жить рядом с работой, жить туда. Да, ну то есть, по сути, это же квартира для тех семей, которые еще молодые, ну, поэтому мало это отличные, как бы так, чтобы не так правильно звучало. А и вы знаете, что наверняка у них может быть и нет своего автомобиля. Смотри, ну вот сейчас те, кто нам, по крайней мере, вот это сообщение, и твоя позиция, и тоже не позиция плана, вы все пытаетесь найти, почему нет автомобиля. Я же пытаюсь сказать, да. Я не против машины. Нет, я не против машины для любого человека. Я не всегда могу понять, зачем машина нужна человеку, которому она реально не нужна. А, написали еще, вот у нас велосипедистов не уважают автомобилисты, а жена во время... Потом приезжает к себе домой и ставит этот автомобиль на парковку.
забыл сказать вчера, что Горбачева на Уральске заливали, купил видеорегистратор. Это прообраз года, прообраз Харзама. Он называется Эплотус. Посмотрел, качество хорошее. Китайское, конечно. Качество регистратора хорошее. Обещает 12 мегапиксельную видеокамеру. Ну, наверное, где-нибудь остановлюсь, сделаю ролик короткий. Сравнить с Артемом. На этом видеорегистраторе Lotus есть функция переворачивания картинки. Мне приходилось снимать вверх ногами, но по-другому никак не удавалось закрепить видеорегистратор в поезде или в автомобиле. И при просмотре картинка получалась вверх ногами. Здесь есть такая функция переворота картинки. То есть не нужно будет обрабатывать видеоредактором. Думаю, будет поездка, если в поезде, то этой функцией воспользуюсь. Стоит он недешево, 4500. Но то, что камера меня подкупила, это да. Как нахуяешь, Серёга? 12-мегапиксельная камера за картинки, она того стоит. Видеорегистратор долго лежал, подостал, мне так и сказал. Никто не берет, стоит дорого. Тот же самый Каркам, тот, но они стоят в два раза дешевле. Проведу эксперимент, поставлю этот регистратор на заднее стекло. Расход бензина вчера за день составил 4,7 литра. 6,29 дальнобойщик мигнул фарами.
Возможно, жандарм стоит на трассе. Много говорят, слишком долго. Назвал километр, назвал направление и название мотеля. Все, ничего больше не надо. Столовая, уютное кафе, ля-ля-то поля. Коротко. 500-й километр мотель Заря, условно. Все. Или одним словом, на 2500 километр весь спектр услуг. 5 секунд, больше не надо. Расписывать, какие они хорошие. Какие они выгодные. Реклама и так задолбала. Куда не сунься. Уже на 15 канале, блин. Ну ладно, тут еще более-менее такая нужная информация. Чем он больше трындит о своем в отеле, на своей стоянке, тем меньше запоминается. Коротко, 5 секунд, все. А то еще посадят девушку. Строительство дороги. Когда ее построят? Вот дай бог, дорога будет, конечно, широкая, многополосная. Будут заправки, стоянки, гостиницы, мотели, ну и так далее. Делают капитально основание, подошву дороги. Но движение достаточно интенсивное. Фрагмент. И участок трассы М7 от набережных Челнов до Казани. Я не знаю, что вы видите, но вы просто получаете, как вы на работу на радио.
Я уже
Напомним, что спонсор информации о дорогах официальный дилер Форд Аларм Мотор ЧСО 54 АОО Аларм Ковер Сабай. Реклама, ё-моё. Thank you.
такого? Вы берете дом за городом, потому что будет дешевле, чистовая техника, квадратура лучше, и еще оставалось на автомобиле. Поэтому было выгодно и удобно. Будет метро, берите рядом у него, и автомобиль станет как у москвичей, следом внизу за автомобилем. Еще написали, у нас умеют жестко пресекать, не предоставлять альтернативы, перехватывающих парковок возле метро нет, а иногда больше освободило бы центр от автомобилей. Казань даже на общественном транспорте не готова принять людей, а еще построили словарку с бюджетником, а транспортных решений никакого. Автобусы переполнены в час пик, в местах рабочих мест пока нет, поэтому даже бюджетникам приходится пересаживаться на автобус. Это вопрос о том, что ты можешь жить рядом с работой, жить туда. Да, ну то есть, по сути, это же квартира для тех семей, которые еще молодые, ну, говорят, там мало отличные, как бы так не так правильно звучало. А и вы знаете, что наверняка у них может быть и нет своего автомобиля. Смотри, ну вот сейчас все, кто нам, по крайней мере, вот это сообщение, и твоя позиция, и тоже и позиция плана, вы все пытаетесь найти почему автомобиля. Я же пытаюсь сказать, да. Я не против машины. Домой ставит этот автомобиль на парковку. Это злодея. А что за должность?
Thank you.
и любой из малейших. Ты говоришь, Ирбис, да, был же готов?
10 выправляется, все как сказать.